Игра возобновлена. А! Чего пугаешь? За твой счет. Пошло-поехало. Вижу, все по-взрослому. Интересно, доедем или нет? Ладно, сейчас узнаем. Пристройка. Посылайте подмогу! Вижу все по-взрослому. База атакована. Время действовать. Кто на новенького? Давай, удиви меня. Это были последние колонисты. Скорее, улетайте. Мы потеряли колонию, но мои люди спаслись благодаря вам, командир. Прекрасная операция, сэр. Доктор Хэнсон предложила взять ее на время в команду. Думаю, ее знания будут для нас неоценимы. Даже не верится, что я здесь. Спасибо за предложение, док. Над чем планируете работать? Ну, здесь допотопное медицинское оборудование, да и опыт исследований небогатый. Вот с этого и начнем. Вот как? Ну что ж, хоть научите чему-нибудь нашего Стэтмана. Добро пожаловать на борт. Thank you.
Сейчас не моя смена, сэр. Предлагаю тост. Тони Вермиллион на канале UNN. Наш корреспондент Кейт Локвелл сейчас находится на Агрии, пограничной планете колонии. Кейт, вы слышите меня? Прошу прощения, у нас возникли технические неполадки со звуком. Мне сообщают, что император Менгск собирается выступить с заявлением. Давайте послушаем его сообщение. Я привлек к решению стратегических задач лучших офицеров Доминиона. И с сегодняшнего дня наши войска возглавит герой битвы на Торусе, генерал Гораций Ворфилд. Ворфилд? Я думал, он давно ушел в отставку. Блестящий талант генерала Ворфилда и безупречная выучка солдат Доминиона станут залогом нашей уверенности в скором и успешном отражении нашествия Зергова. Под руководством генерала армия окажет достойное сопротивление рою зергов. Далее в нашем выпуске. Террористическая кампания Рейнера и нашествие зергов. Совпадение или закономерность? Наши сюжеты прольют свет на этот вопрос. Командир, артефакт пришельцев помещен в лабораторию и экранирован. Знаете, я вот на него смотрю и думаю о своих проектах. Помедленнее, Стэтман. Что значит «проектах»? Ты что, занимаешься какими-то исследованиями? Пока нет, сэр. Мне нужны образцы для изучения. Если вам удастся их достать, мы сможем значительно улучшить наше вооружение и тактику. Я обеими руками за. Что тебе для этого нужно? Да, всего понемногу. Все данные хранятся в нашей базе. Если вы во время выполнения задания найдете что-нибудь полезное для исследований, вы об этом сразу узнаете. Ты только корабль не взорви, ладно? Видел доктора Хэнсона?
А то. Хотел записаться к ней на прием. Просто спросил. Ничего такого. Но, кажется, мадам уже положила глаз на другого красавчика. Да ну. Кто бы это мог быть? Даже не знаю. Может, некий принц на белом коне, доблестно спасший ее колонию? Джимми, брат, когда ты начнешь разбираться в дамочках? Давай-ка обсудим дела. Я наслышана о вас, командир. Доминион выставляет вас преступником и террористом, но вы производите другое впечатление. Вы ведь знаете, во что превратился Доминион в последнее время. Кто-то должен вступиться за простых людей. Я не думаю, что это будет Менгск. Императору нет дела до нас. Мои люди с Агрией вместе с беженцами из других покинутых колоний сектора отправились искать пристанище на Майнхофе. Из лагерей беженцев постоянно поступают сообщения о конфликтах и эпидемиях. Но император до сих пор ничего не сделал. Я займусь этим, док. Колонистам, можно сказать, повезло. Но скольким миллионам до сих пор нужна помощь? Мы не можем разорваться, сэр. Важно то, что мы подали пример и дали надежду тем, кто в беде. Каждый раз, когда мы помогаем людям, мы делаем еще один шаг к новому, светлому будущему. Знаю, Мэтт. Но прошло уже 4 года, мы ни на шаг не приблизились к цели. Теперь еще и зерги вернулись. Скорее бы наступило твое светлое будущее, а то человечество может его и не дождаться. Выйти, что ли, на улицу, прогуляться? А, черт. Ты, главное, этих колонистов в арсенал не пускай. А то кто их знает?
Майнхоф уже давно служит перевалочным пунктом для беженцев со всего сектора. Но в лагерях собралось слишком много людей, и на планете вспыхнула неизвестная эпидемия. Прошу вас, помогите моим людям. Нужно сделать что-нибудь, пока не поздно. Слышал, что могучий Джим Рейнер снова в деле, но не при деньгах. На Редстоуне самые ценные ресурсы в округе. Но когда здесь появились зерги, килмарийцы резво собрали чемоданы и смылись от греха подальше. Деловые люди могут неплохо раскрутиться на этом предприятии. Если ищешь легких денег, прилетай на Редстоун. Редстоун. Та еще дыра. Я уже говорил, что ненавижу вулканические планеты. Рад, что вы прилетели. Меня зовут Дош. Поможешь мне накопать минералов? Плачу щедро и в срок. В чем подвох? Это местечко нестабильно. Низины каждые несколько минут заливает лавой. Конечно же, самые лакомые месторождения находятся именно там. Но, думается, для такого стреляного воробья, как ты, это не помеха. Сэр, сканеры засекли на поверхности биосигналы зергов. Придется потратить некоторое количество добытых ресурсов на оборону базы. Но не следует увлекаться, иначе операция затянется. Лава и зерги. Мой любимый коктейль. Ладно, поехали. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Лава поднимается. Немедленно выводите все КСМы из низины. Продолжать добычу минералов. Этот таймер показывает время до следующего подъема лавы. Следите за ним, чтобы вовремя отводить все войска и строения на возвышенность. Выкладывай! Я уже дождался. СМ готов! Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Отправил вам на помощь своих друзей, головорезов. Головорезов, говоришь? Да, это настоящие маньяки.
Нужно бы наладить их обучение ковбой. Не вешать нож, головорезы! Слушаю! Чейсен готов! Чего пугаешь? А? Понял. Где-то в этом районе была парочка моих ребят. Проверь-ка, вдруг они еще живы. Доктора вызывали? А! Чего пугаешь? Что происходит? Есть? Готов. Сэр, сканеры засекли биосигнал крупного существа. Думаю, это бруталиск. Если вы его убьете, то мои... наши исследования значительно продвинутся. СМ готов. Игра приостановлена. Игра возобновлена. КСМ готов. Выкладывай. КСМ готов. Кому навешать? Круто! КСМ готов! Отлично! Кого подлатать? Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Есть работенка. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Пути. Добычу минералов. Что происходит? Да. Thank you.
твой счет. Что стряслось? Как скажешь, выкладывай. Угу. Тебе. Вот координаты ближайших месторождений. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. База атакована. Вооружен и опасен. Месторождение минералов выработано. Приказ получен. Вижу все по-взрослому. Месторождение минералов выработано. Что происходит? Поди ж ты. Выкладывай. Ложись! Хочу еще раз напомнить, сэр. Чем больше ресурсов мы тратим на войска, тем сильнее отдаляемся от цели задания. Постарайтесь быть умереннее в расходах. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Сейчас рванет! Хватит прохлаждаться. Еще бы. Только что еще? Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Пошло-поехало. Говори. Вооружен и опасен! Месторождение минералов выработано. Ну да, конечно.
Есть работенка. Время действовать. Приказы будут? Выкладывай. База атакована. Еду. Месторождение минералов выработано. Отдавим их интеллектом. Слушаю. Каранипи. Давай, удиви меня. Кому навешать? Что происходит? Кого подлатать? Чего пугаешь? Посадкой я провел сканирование местности. Высылаю полученные данные. База атакована. Вооружен и опасен. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Будет сделано! Улучшение завершено. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Продолжать добычу минералов. Есть работенка. Еду.
За твой счет. Создали мы с интеллектом. Отлично! Жду не дождусь! Все понятно! Окей! Как скажешь! Почему бы и нет? Поехали! Давай, удиви меня! Высылайте подмогу! Вас понял! Еще бы! Конечно! Будет сделано! Улучшение завершено. Прекрасно, мистер Рейнер. Мне тут сказали, на другой стороне каньона есть еще минералы. Есть, сэр. А? Чего пугаешь? Эй! Месторождение минералов. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Еду. Что происходит? Выкладывай. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Сейчас рванет!
надела? Вижу все по-взрослому. Превосходно! Хватит прохлаждаться. Что еще? Мы теряем время. Меня на всех хватит. Наши КСР опасны. Конечно. Еще бы. Только свистни. Пошло-поехало. Что стряслось? Ну да, конечно. Говори. Веспеновый гейзер иссяк. Да ладно! Месторождение минералов выработано. Мы теряем время. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Хватит прохлаждаться. Приступим. Тебя прислал Тош, да? Вовремя, ничего не скажешь. Отрабатываем контракт и уматываем с этой планеты. С удовольствием. Месторождение минералов выработано. Что еще? Время действовать. Конечно. Понятно. Точнее. Наши КСМ атакованы. Скверный забойся! Есть работен, а? Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов.
Есть работенка. Эй! Что еще? Что происходит? Кого подлатать? Хватит прохлаждаться. Пошло-поехало. Будет сделано. Сейчас рванет! Пристройка завершена. Все по-взрослому. Доктора вызывали? А? Выкладывай. А? Чего? А? Мы теряем время. Доктора вызывали? Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Доктора вызывали? Смерть на пороге!
Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Доктора вызывали? Что стряслось? Смерть на пороге! Есть работенка! Эй! Кого подлатать? Будет сделано! Что стряслось? Еду! Месторождение минералов выбрано. Смерть на пороге! Да-да. Слушаю! Месторождение минералов выработано. С удовольствием. Мы теряем время. Месторождение минералов выработано. С удовольствием. Почему бы и нет? Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Есть работенка. Что стряслось? Выкладывай. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность.
Пристройка завершена. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Кого подлатать? Смерть на пороге! Прочь с дороги! Я уже заждался! Только свистни! Смерть на пороге! Приказы будут? Игра приостановлена.